Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Обещали здесь формат видео-вопросов. Я хотел бы его каким-то образом поддержать, поскольку с электроникой что-то не очень складывается. Я создам образ пальцами, как вот, буквально на пальцах. Вот кольцо. И мне кажется, что наша страна оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то вот удушающие... У меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Поскольку блок НАТО разрастается, словно раковая опухоль. И буквально за последние 25 лет проглотил наших союзников по Варшавскому договору. А потом некоторые части Советского Союза, прибалтийские страны, разинул пасть на... Грузию и уже на Украину. В штаб-квартире НАТО говорят, что вообще целесообразно, наверное, и Украину принять в ряды НАТО. А вы говорите, что блоковая система отмирает. Не могу с этим согласиться, ощущая вот такие удушающие такие движения со стороны этого блока. Ну, конечно, можно сказать, что я параноик. И это у меня паранойя. Но, как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что вас не преследуют. Вот. Поэтому вот, не обо мне речь, а вот об этом расширении блока НАТО, где эта красная черта, есть ли она, и как вы себя ощущаете, ну, как лидер страны, конечно, ничего личного. Спасибо. Вы сами все задушим. Что вы так боитесь? Ну, никакого страха нет, естественно, но... Где эта красная черта и где остановиться, как говорится? Вот, есть ли пределы? И кто их положит? Спасибо. Страха у нас нет, ни у меня нет, ни у кого не должно быть. Но мы должны исходить из реалий. А реалии вы сейчас, в общем, достаточно образно и в присущей вам блестящей манере описали. Нагнали на нас определенного страха.